10 секунд, там, блядь, за секунд 8 уже на платформу можете забежать и просто, ну, на куб не жать, блядь. Как пойдет каст, тогда прожали, пиздец. Возле платформы стойте, что в стенку откидываю, все. Вроде бы. Орегов нафармлю себе еще одну кожевку. Нормально. Без молодых, давай оставь в шкаф. Тыкните на шкаф, сумуйте свои пачки. Кто какой пачки, сумуйте свою пачку. Пусть дамажит. Да сейчас парихаст не этот не пашет. На том же груди вроде парихаст не работает. Не знаю почему. Хотя, может, починили. Моя кровь да нет, он вообще должен быть, но он почему-то не работает. Типа, ну, у нас был кто-то танковал с недокапом, и ни одной двойной точки не вылетело. Как ты вообще танчишь с 14 мастере? Да вон ДК. А, это ДК, да, ну, понятно. Я привык просто не к неадекватным танкам, типа вот анхоликов. Напоминаю, что здесь не нужно ничего диспелить. Стрим мы будем только позбивать и все. Ну, это уже в идеале. Нормально. Я давно говорил, что пора бы уже отказываться от холи паладинов и играть танка хилом. Типа сам танкуешь, сам хилишь. Ну это уже твои проблемы. Гибрид спек делаешь так, чтобы тебе хватало до этого, до созвучия, чтобы на тебя постоянно висела эта клятва. А остальное все в холи ветку. Один шанс. Я боюсь только, чтобы обнова не было. У всех вынуждены, а то тогда половин рейд будет качать. Ничего не паролим. Это обнова, это, конечно, шляпа, пиздец. На хоть раз нужно, не понимаю. Тем более еще за этот КВС. Сказали бы. Да не, я бы понял, если бы не сказали, типа, кому кайф, типа, вот, три косаря, раса ваша. Типа, все, вообще вопросов нету. Держите просто, отъебитесь.
А тут типа сейчас скажут, типа, ну, 2 месяца таких классных квестов. Пойди через полкарты, убей этого. Ну, слушай, ну, остров еще хотя бы быстрый в плане того, что, типа, все в одном месте. Да. Тем более, типа, на этом квесте мы, типа, не, вы не можете пользоваться полеткой, только пешком. Вот, вот это уже получше. Типа, убегите от, не знаю, там, от босса в Unrage, типа, по скорости 310, типа, в пешочком. Ну да, типа, как на ночных много раз будет. ПО Орды, это... Ну, эти демонические радары, а, или как они там назвали, темные радары. И вторая сторона, типа, у Альянса, это дворфы черного железа. Вот, кстати, вот это было бы нормально, если бы там, не знаю, там, выиграть 70 этих альтераков. Ну, чтобы заслужить расу, типа. Охуенно. 70 альтераков, нахуй. Я бы в рот забил бы хуй на эту расу. Ты на один альтерах, блядь, идешь нахуй плакать. 15 минут. Максимум ДПС. Да. Я предлагаю не заморачиваться и дать Геру на трэше. Если что, есть масс поднять, поэтому все хорошо. Ставлю рыбу, хавать рыбу сразу. Ассиста нету. Да я хуй знает, попробую, конечно. У меня ставится печеньку, поставил. Там звезда в этом. Цель вне поля зрения. Сейчас пристабав все зайдут, я дам пристабав. Там шум просят. По определенному убрать. Один остался. Я тебе звездочку переставлю, я понял, ты хочешь танчить и этот, и, да, в одном месте? Так. Где кружок, там звездочка, понял. Давай. Кружок вот здесь где-то куда? Сзади, по центру? Угу. Давай я поставлю. Так. По костам, сбей косты, назначь по выстрелу, по фасту, чтобы возбивали хотя бы. Освободите меня, и я, быть может, дарую вам легкую смерть. Да, и кого не назначили, кто умеет сбивать каст, нахуй, сбивайте каст один хуй. Ничира нету, он просит.
пизда. Давай, давай, я рассчитывался. Все, все готовы. Авентус, быстрее, что там у тебя? Все. На пул сдавайте. А, у вас нету ханта. А, хант, на пул, давай в танк. Прям молодец. Геру сдавайте уже сразу. Костов много проходит, кикать мне. Личные сейвы отдайте еще. Все нормально. Нет, все, остались только големы. Паладины, можете гнев небес шмакать. Че, купы поддержим, да, до конца давай. Через большого, через жирного самого добивать. Я Беляра поднимаю. Ты чайнику добейте быстрее. Ресу. Я Беляра поднимаю. Я хилскрин кто-нибудь, хилскрин на лестнице. Блять. Дал масрез. Этот, печеньку я с кого-то снял. Да я поставил хуз. Все, я хуз поставлю обратно. Все, все, хорошо. Там босса буду ставить, скорректируйте там. Что, нормально? Да, молодец. Хотя вдоль стены можешь протянуть еще немного, там, чтобы не отлетали милики. Показывает. Умер. Я его подниму. Отпускайте только. Давай. Да. Если вы видите, что умираете, лучше отпустите. Пизду. Не рискуйте. Все. Да и как нет времени, давай, успокоились. Да в пизду, да все нормально, типа, если что, отпустишь. Ничего страшного. Войда поднимите по ХП.
Груз холлис 20 минут поменяли, блядь. Ну все, да. Полуспокойно играем, но напрягаемся. Не, все равно на кубах напрягаемся. Нажали. Пойду помогу Войду подхилить. Там еще сейчас кто-нибудь собирать будет. Нажали. Аккуратненько вот. Сейчас разойдитесь только. И кай ёбнем, ребят, сейчас. Потолок скоро, по-моему, да? Да. От центра отойдите все, кто там. Нефть. Это не надо. Сколько до кубов? Это сбился таймер, сука. Секунд 40. 20 где-то. Нет, 30-30 где-то. 20 где-то так. Сейчас потолок, разбегайтесь от центра. Вот как ебан рассыпались. Все откидки с... То губы тоже будьте на готове. Все, победа, ура! Бежим вайпаться. Я всех, кстати, напало вырулил, но мне нету полетки, придется полетку покупать. Ура, победа! Сложный босс. Ух ты, вот.
Тендрексия тебя соточка обогнала. Давайте мне, да не рольте. Да это пиздец, что это забыли за роллы? Какие-то детские. Диджей, дай голову. Мне примерить просто. А, у меня есть посох. Бля, смотри. Блять, вот тут 70. Ну, типа, понятно, что это шутка была, но, типа, все равно. Ебать, у меня два ролла подряд. Вкусненькие. Это же диджей, типа... Диджей опять. Мама! Мама! Сука, нет. Да слушай, да посмотри, у него роллы просто 3 за 90. Неадекватный. Шайтан, плыль. Спрячься. Шайтан. Ну, короче. По-моему, да, было? Смотрите, блядь. Блядь, за нас 170 же, блядь. Что у тебя с рулами? Сейчас сотка, блядь. Ну ладно. Блядь, я не вижу роллы. Сука. Ах, блядь. А ты не шайтану жезл отдал, кстати? Да? Угу. Great school. Great school. А дай бошку на НХ надо. Подожди. Даю. На звездочку, да? Или на печи? Да, да. Я путал кисть шайтан. Можно бошку вот эту... Боевой шлем, мол... А, я понял. Кожаная шапка. Как звучит-то, а? Отдали... Обмен... А на офспек можно ролить? Рыл, можно на лов паролить? Паролить. Спасибо. Там все вроде все? На этот, на лов спек ролят. Как я понял. Все, отдали ему. Воет, душит, душит просто до конца. Ну, такое бывает, да, кстати, с фреймом есть такая тема.
Да почему у нас в рейдах не падают, а они здесь падают? Хус лучший. Ну все, блин. Так, хус лучший. А вы Грула уже сходили, да, типа? Да, да, да. Понял.